Всем привет! Пришла сегодня посылочка. Опа! Опа, опа, опа! Это что ж такое? Вон это. Недоклеенное. Недоклеенное было. Так вот было. Дошла. Прям странно. Ну что, значит, интересного-то не нашли в ней. Так. О! Это ночничок в палатку. Так. Что это? Сейчас посмотрим. На солнечной батарейке испытание проведу. Трек не отслеживался вообще ни разу. Оп. И панелька. Панелька мини-USB. Вот это отлично. Так, а что отличного? Панелька клеится. Это можно наклеить сразу. На алюминьку наклею. И сделаю крючок. Даже заряжено. Так. Ну, в палатке вообще больше и не надо-то ничего. Даже книжки можно читать. Так, садится батарея почему-то. Досниму или не досниму? Ладно. А, вот. Зарядка идет. Вот лампочка. Не вижу, горит красный, горит. Ну, короче, вот так. Блин, разобрать бы. Насколько она будет заряжать, не знаю. И что тут за аккумулятор? Интересно. Ну ладно, пока не буду разбирать. Всем пока. Обзорчик будет. Ставим лайки. Подписываемся на мой канал. Пока.